Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И я хочу извиниться за то, что видео не было неделю вроде или чуть больше. Просто у меня тут уже начинается... скоро сессия начнется. Всякие контрольные работы преподаватели включают, так что снимать видео особо было некогда. Но вот тут вот у меня появилась свободная минутка, и я решил записать... еще одну серию по Dino Hunter Deadly Shores. И сегодня мы посмотрим серию винтовок, трофейную серию и все особые серии. Соревнования и просто особые. Ну что ж, приступаем. Первая цель — один молодой мегалозавр. Мегалозавр, если честно, здесь сделан, я так понял, в стиле... 1824-х годов, когда мегалозавры представляли четырехлапой рептилии гигантской такой. Но по сути нужно было бы сделать его двуногой рептилией. Но разработчики решили пойти вот по такому пути. Так, значит, один гелиозавр выстрелом в легкое. Странно, но я даже не прицелился. Но попал. Гелиозавр тоже круто сделан. Спины, щитки и шипы сделаны просто безупречно. Я только сейчас заметил, что у нас серия состоит из 40 миссий. Так что я думаю, что эта миссия, точнее это видео, затянется немного. Так, ну-ка встань. Видели? У него так же капюшон, как и у дилфозавров из парка юрского периода. Не, ну то, что здесь 40, это меня, конечно, удивило. Так, один шунозавр. Еще один новый зауропод. Если честно, ну вы посмотрите на эту морду. Это как из мультика «Мой домашний динозавр». Но это... не круто, а булава слишком огромная. Серьезно, посмотрите только на размер булавы, вот на хвосте. Она просто огромная. Два молодых Олара Титана теперь. Ну и второй. Пока что всех животных, которые мы видели, сделаны хорошо. Не считая шунозавра. Спасибо, не надо. Так, две зауропельты выстрелом в легкое. Я уже не помню, видели мы зауропельту или нет. Нет, не видели. Выглядит очень круто. Напоминает антаркопельту из игры Jurassic World The Game, только это два разных вида. Два разных рода животных. Зауропельта и антаркопельта. Так, чтобы не промазать. Ну, хотя, учитывая размер легких, я бы все равно не промазал. Я тут подумал, пожалуй, я разделю это видео на два. Серьезно, потому что тут очень долго. Представляете, вы будете видео в 40 минут смотреть. Поэтому я, пожалуй, разделю как-нибудь. Хазмозавр тоже новый у нас. Еще один новый рогатый динозавр. Победили обоих. Так, два молодых ютараптора. Опять же новый раптор. Посмотрим, как он выглядит. Он выглядит, как и все предыдущие модели, только покрыт перышками. Ну, по сути, его нужно было увеличить в размерах. Ну ладно.
И так сойдет. Прямо в рот. Ха-ха. Прикольно. Так, теперь у нас еще один новый динозавр, это цератозавр. Выглядит он круто просто. Слов нет. Так, теперь два лартитана выстрелом в легкое. Лартитана вроде нашли у нас на Дальнем Востоке, в Чукотке. Окаменелости лартитана нашли. Ну что ж, на этом я прерываюсь. Будем ждать, пока восполнится энергия. В этом видео мы, пожалуй, выполним 30 серий снайперской винтовки, а в следующей закончим серию винтовок, трофейную серию, и посмотрим все вот эти вот отдельные штучки. Ну что ж, не переключаемся, остаемся со мной, я скоро вернусь. Ну что ж, вот я и восстановил всю возможную энергию и, как сказать, совсем вылетело из головы. Предлагаю вам продолжить серию винтовок. Нужно убить одного молодого гиганотозавра. Радует, что его название здесь написали правильно. А то обычно гигантозавр. Гигантозавр — это вообще зауропод, между прочим, для тех, кто не знал. Поэтому буква О здесь обязательно. Ну, выглядит он, конечно, круто. Как кархародонтозавр внешне выглядит, но все же круто. Как-никак новый крупный теропод. А то все всякие тираннозавры, да сплитозавры. Так, это я промазал. Ай-яй. Ну, конечно, череп у него огромный просто. Вообще-то в глаз надо было написать. В яблочко. Так, шикарно, идем дальше. Два мегалозавра. Ну или две каких-то пресловутых ящерицы. Ну, потому что это не мегалозавр, это чушь какая-то. Я поражу твое сердце. Шикарно, двух уже нет. Так, и два хазмозавра. Что-то пока все по два идет у нас. Ну, этих ребят мы уже видели, и в прошлый раз нас тоже просили двух убить, так что это уже повторяющиеся действия выполняем. Что-то... Чё я сейчас сказал вообще? Чушь как... Чё-то я чушь несу, ребята, с этой учебой уже. Все мозги уже плавятся. Так, один старый ампелозавр. Ну... Вот если голову поменять чуть-чуть, будет идеально сделанный, идеально сделанная модель. Почему у них у всех хвост болтается, как у собачки, как у ротвейлера какого-то? Ну, впрочем, модель выглядит круто. По ногам тебе, на. Опс. Это плохо. Так, и в тело. Фу, не ушел. Ему оставалось чуть-чуть, но не ушел. Так, шикарно. Кто у нас следующий? Три цератозавра. Ну, здесь без проблем справимся. Цератозавр здесь, конечно, хорошо выполнен. Ай, come in!
Два гелиозавра выстрелом в легкое. Ну, здесь мы справимся. Да, гелиозавр вот так вот он выглядит, для тех, кто в прошлый раз не успел посмотреть. Голова чуть-чуть не той формы, а впрочем, в остальном все отлично. Три старых дилофазавра. Это вроде тоже было уже. Опять повторяется, только теперь мы на другой, скажем так, карте, на другой местности на них охотимся. Так, и последний. Так, три зауропельты. Зачем это окончание дурацкое? И какой-то зауропельти, что ли, не знаю. Но зауропельта все-таки сделано круто. Ее еще добавить в Jurassic World The Game, и вообще шикарно будет просто. Ой, в шею. В легкое. Уже 2 миллиона накопили. Так, один старый гиганотозавр. Сейчас и с ним расправимся. И последняя уязвимая точка. Давай, шейшавель. Так, не обращайте внимания на звуки заднего плана, это у моего идиота-соседа телефон играет. У него просто есть дурная привычка уходить и оставлять телефон. Так, два мегалозавра выстрелом в сердце. Это может быть проблемно, хотя не очень. А как же он заколебался своим телефоном идиотским, айфончики всякие там. Шикарно, одного в сердце мы убили. Так, и последний. Ну что ж, я опять прерываюсь для того, чтобы восполнить энергию. После того, как я вернусь, мы сделаем еще, пройдем еще 10 серий, точнее, как сказать, пройдем не... Да, все-таки правильно я вначале хотел сказать, пройдем несколько серий из целой серии винтовок до 30, я так думаю. После чего я завершу видео, а продолжение будет следующим, потому что если все снимать в одном, мне кажется, это слишком муторно, и никто не будет сидеть 40 минут смотреть на то, как я стреляю. Как минимум по 20 с лишним. Так что я вернусь после перерыва. И мы продолжим смотреть серию винтовок. Никуда не уходим и остаемся со мной. Так, ну что ж, вот мы и на заключительной на сегодня части. Эпилог, если можно так выразиться, нашего видео. Серия винтовок. Так, ну, три Алара Титана, поехали. Отлично, всех уничтожили. Можно по поводу них не беспокоиться. Так. Три ютораптора, поехали.
Шикарно, их уничтожили тоже. Без каких-либо проблем. Так, 300 рок зауропельта выстрелил в легкое. Ну, это мы, по-моему, проходили уже. Никакой сложности это нам не составит. Так, включаем ПНВ. Так, и последний будет вот это. Шикарно. Так, один старый шунозавр. Давно вы его не видели, но, собственно, цель уже повторяется. Мы его уже убивали. Хотя бы там одного старого дописали. А, ну дописали, да. Ну тогда молодцы. Так, и последняя уязвимая точка. Это голова у него будет. Шикарно. Три старых азмозавра. Отлично. Так, первый пошел. Второй пошел. Ну и третий тоже пошел. Справляемся пока на ура. Так, 4 старых цератозавра. Какие-то у них однообразные серии, цели какие-то, все однообразные, если честно. Первый ушел. Второй ушел. Третий ушел. И четвертый. Так, три лара титана выстрелил в легкое. Этим они считают, что усложнили нам задачу, но нифига. У нас есть ПНВ. Так. Первый ушел. Второй ушел. Ай-яй, это как так? Живучий какой-то. Попался. Так, ну и последний. Отлично, попал все-таки. Так, три уже ляма накопили, офигеть. 4 старых дилофозавра. Как-то все однообразненько. Хоть бы новых животных добавили, что ли, я не знаю. Первого нет. Второго нет. Третьего нет. И вот четвертый. Отлично. Осталось еще 2 единицы энергии. Так. 2 старых Агустини. Так, вот это что-то новенькое. Агустини. Я уже забыл, как она выглядит. А, это новое животное. Мы его в него еще не стреляли, скажем так. Вот так у нас Агустини выглядит. Ну, примерно. Голова опять неправильной формы. И слишком большая. А в остальном все сделано правильно. И контрольный выстрел. Ой, надо двух уничтожить. А я думаю, что такое? Стоять, не двигаться. Это ограбление. Подождем, пока она выйдет. Шикарно. Новый вид динозавра. И при этом еще зауроподы. Что-то зауроподов в последнее время очень много.
Так, 400 гелиозавра. Вот на этом мы и завершим сегодня это видео. На 400 гелиозаврах. Так, где еще? Вижу только двух. А, все, нашел. Вон они, гады. И последний. Шикарно. Ну что ж, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами был Дарт. Сегодня мы посмотрели 30 серий, 30, скажем так, как же это называется? Уничтожили 30 целей в серии винтовок, нам осталось еще 10, осталась трофейная серия, и посмотреть вот эти все различные особые серии, серии соревнований. Все это вы увидите в следующем видео, потому что все смотреть в одном, это будет слишком долго и муторно. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. С вами был Дарт, увидимся в следующем видео, всем пока!